Так, подальше от берега уже сигналов тоже поменьше. Озеро какое-то пока вообще мелкое. Можно проверить. Похоже, не взял. Очень высокий сигнал. Это как бы хорошо, но исходя из места, в котором мы находимся, чисто рыбацкое болото с карасями. Наверное, это что-то или свинец, или кормушка. Не взял. Взял. Это, наверное, вот эта вот штукенция. Даже не знаю, что это. Да. Что-то такое, ребят. Хер его знает, что это. Тут что-то тоже рыбацкое. Тридцать пять, 42. Сейчас посмотрим, что это такое. Делайте ваши ставки, пишите в комментариях, что это такое. Даже я так думаю, что хоть я и в наушниках самодельных, вам, наверное, все слышно. Да, взяли. Проверяем. Короче, в этом, в домике. Смотрим. Вот такой вот свинец. Такой вот рыболовный груз. Вот она, легенда. А вот это, ребята, звучит как колечко. Как золотое колечко. Конечно, сомневаюсь, что оно тут может в принципе быть, в этом болоте с карасями и рыбаками. Ну, сигнал, песенка. Не взял. В домике.
Вот наша красою и сигнал. Почти голда. Почти голда. Вот не знаю, как вам видно, уже вечером, муть еще не опала. От предыдущего капка и ловлю высокий сигнал. Ну, я так думаю, это очередной или свинец, или что-нибудь такое. Болото, дом для бегемота. Купаться тут все равно никто не стал бы. Во всяком случае, в трезвом состоянии. Бывают и исключения, я так думаю. Не взял. Сорок два, 46. Пробуем взять. Но такое, короче, противное. Но не песок. Вот оно, в принципе, видно, наверное. Такое дно. Взяли, не взяли. А по-моему, и не взяли. Аж 48. Очень высокий сигнал. Сейчас посмотрим. О! Грузило. Я аж слышал, как оно бухнулось на дно скуба. Вот оно. Грузило. Свинцовое. Вот она, легенда. В домике. Что-то отвратительное, крупное. Вот такой вот груза такие. В прошлом видео говорил, что нужно снимать защиты, потому что там песок, земля, грязь, даже если в воде работаем, и мыть.
Оп. Вот. То, что я и говорил. Все, порядок. Домой приду. Еще в душе все повторно помою. Потому что такое болото, дом для бегемота. В общем, как-то так. Вот еще спрашивают, зачем прибор должен быть водонепроницаемым. Неважно, копаете вы по воде или нет. Приходим с копа, особенно с копа по земле. Ну, я с воды сейчас. Ну, не сидеть же с тряпочкой, с этими, с ватными палочками. И все это вот вытирать, вымывать. Но я не знаю. Прибор я не в сарае храню. Храню в квартире. Соответственно, ну, хотя бы эти 200 раз в год после каждого копа мы его моем в душе. Моем тщательно, полностью, основательно. Я думаю, все так делают. Еще говорят, что для копа, для поисковика подходит Синтроник. Ребята, не надо работать по воде. Ну хотя бы после копа 200 раз в году в холодильник. Ну и гильзач, конечно, и жду отлично.